7 копий. В Австрии имеется детей больших, красивых. И с ней я еду в тюрьму в Румынии. И те, которые находятся за решетками. И я тоже был в тюрьме 16 лет. Потому что был очень... Целовал иконы. Так, но когда вырос, я их украл. И в тюрьме пришел один пастор, как раз Костя, принес Библию. Я начал ее читать и покаялся. И 30 лет... 30 лет я с Богом. Бог смеялся надо мною, и то, что сегодня говорилось, я раньше читал очень много книг, но когда Бог меня нашел и поставил в руки эту книгу, я вначале ничего не понимал с ней, но Бог дал мне один сон и сделал, чтобы я понимала, что эта книга самая важная книга всего мироздания. Это его слово. Это как Христос в буквах. Иисус Навин 1.7. Сия книга закона да не отходит от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, ища, исполнить то, что написано в ней. И тогда будешь благоуспешен во всем, чего не будешь, что не сделаешь. И тогда будешь с мудростью поступать благоразумно.